смеешь вступать сюда, мои земли? Я больше не мои земли. Просто мои. Но я по-прежнему ваша верховная, пока кто-то из вас не лишит меня головы. Если не боитесь. Ты нас нарушишь. Тебе нельзя быть здесь. Ты под заклятием шарок. От нее не сбежишь. Нет, как видите, я сбежала. Ты приведешь их сюда. Это слишком опасно. Уничтожишь последние эсэкских ведьм. Опасно. Это наш единственный шанс. Наш шанс? Это цитадель. Нет. Нет, если бы вы здесь платили свои помины, мы сможем одарить Маруг. Или достойно пасть. Никто достойного бессмысленной гибели. Исход давно очевиден. Иду поговорю с нашей жизни. Нас мужчина. Если не вмешиваться. Чуть не верите обещанию Ситуба. Графиня перебьет вас, что бы она ни говорила. Или нет. Мы служили ему тысячи лет. Это мы подготовили его явление. Пусть даже нашего повелителя призовет Марбург, мы все равно получим свою награду. Значит, отвернитесь от меня. После всех моих жертв. Всего, что я сделала. Ащик. Ащик. Есть войны, которые можно лишь переиграть, но не выиграть. Масик, Марсюня, мамина гроза пулечка, Масянечка, мамин. Резиночка была, мамина, резиночка. Резиночка была, мамина. Где мы сейчас? Джон, где наш сын? Уильям. Кот он в его руке. Какой? Джон. Кому кот он отдал мальчика? Энхи. Энхи. Тогда еще есть надежда. Попробуй добраться до нее. Раньше их. Но. Послушай, Дмитрий. Ты там за зубы такие торчали, ты там за зубы такие торчали. Маленького кусика. У тебя будет лишь мгновение. Прежде чем все случится. Не убей его. Неужели есть такое? Это не детская тварь. Да, если убить ее... Нет, это невозможно. Она... Пора прервать твои успешки. Час трое. Неужели? Боюсь, ты проиграл. Был здесь мой сын. Ты бы училась передо мной девочку. Незачем держать его за руку, чтобы он был под рукой. И дитя выйдет на месте в условленное время. А тебе пора выучить его. Повторяю. Изнай моей рожден. На любви назовись. Меня в любви закон. Пламя ада разгорись.
Хочешь, чтобы я говорила о любви, пока ты убиваешь его? Жертва без любви — просто резня. Давай, повторяй. Я не стану мучиться. Повтори заклинание. Я не хочу тебя ранить. А если придет? Повторяй. Может, ты приволочь меня туда. Но говорить не заставите. Я знаю, что требуется. Слова должна сказать я. По собственной воле. Это не бывать. Как бы же я. Скажи это и веди сына к славе. Или обреки на гибель молчания. И мамина. Поросенка. Очень мой мамин хороший вкусный мальчик. Да? Ты мамин вкусный мальчик такой хороший. И мамина бурбуля такая хорошая. Вижу, мамин, время истечет. А мой сын еще не успеет. Ты приняла мое решение до тебя. Ты еще не осознала, что обретешь как моя наследница. Какая наследница? Ты же был с ними. Все всегда достается мужчинам. Мужчинам? Мужчины, даже маги, не созданы для правления. Правителю надо обладать даром давать и отнимать жизнь. А мужчины могут лишь половину отдавать. То, что проще. Среди мудрых людей власть передается по женской линии. И именно ты получишь мою мантию и все, что я надаю. Тебе ненавистен хаос, устроенный моей силой. Ты ищешь справедливости, чистоты, лучшего мира. Моя наследница сможет перекроить мир, как ей заблагорассудится. Who's there? Я не стану стоять в стороне. Я зовут не веду за ценой. И пусть даже нарушил все в слове. Услышь, ты старейшая. Я не позволю вам мной пренебречь. Но меня пересекают за время живешь. Я иду по лежанце. Подведете. И все мы обречены. Малыш Джон? Where are you?
Ты ее увидишь. Обещаю. Мне страшно. Знаю. Мне тоже. Я верховная рыцарская ведьма. И я исполню за собой. Можешь убить меня. Но я не знаю. Он имеет вес. В обществе будет там. Он может быть полезен. Но имей в виду. Осталось несколько часов, прежде чем конец откроется, и шанс будет упущен. Мне очень нужен мальчик. Иначе что? Запытаешь до смерти ненаглядную удачу? Конечно, нет. Но я убью Мазера так медленно и мучительно, что он поклянет день родился. И виновата в этом будешь ты. Он умрет, зная, что его смерть на твоей совести. Как видишь, все просто. Его жизнь в обмен на тебя.